Правила дорожного движения, как таблица умножения, знают учащиеся школ нашего района. Четыре отряда юных инспекторов дорожного движения встретились на районном конкурсе «Безопасное колесо 2024». Открыл мероприятие председатель жюри, начальник Северского отдела ГИБДД Олег Лажаев. Сегодня вас ждет увлекательное соревнование. И пусть победит сильнейший. Конкурс «Безопасное колесо 2024» объявляю открытым. Задания команды проходили на четырех площадках. Участники прошли самый настоящий экзамен на знание правил дорожного движения. Умение правильно оказать первую медицинскую помощь отработали на манекене. Было немного сложно, когда мы писали, как тест был в здании. А первая медицинская помощь вообще очень легко. На конкурсе команды показали свои знания правил дорожного движения не только в теории, но и на практике. И пусть в их распоряжении пока только велосипеды, но и этим транспортным средством нужно управлять со всей ответственностью. Это задание понравилось ребятам больше всего. Мне очень нравится. По мне так очень прикольно, когда ездишь на велосипеде. В прошлый раз, когда мы были в ДК, было немного скучно. Потому что я была вот на улице, на велосипедах. Я очень люблю кататься на велосипеде. Творческое задание команды подготовили заранее, продемонстрировав оригинальный подход к изучению правил безопасности на дороге. У любого перекрестка нас встречает светофор и заводит очень просто с пешеходом разговор. Свет зеленый – проходи, желтый – лучше подожди. Если красный свет зажжется, значит двигаться опасно. Стой! Пускай пройдет трамвай, наберись терпения, изучай и уважай правила движения. Команды активно поддерживали не только одноклассники и кураторы, но и родители. Развлекали участников аниматоры из Краевого колледжа культуры. В конце конкурса компетентное жюри подвело итоги. Четвертое место заняла команда из школы номер один станицы Азовской «Перекресток дорог». Третье место – «Зеленый свет» 45-й школы станицы Северской. Гаишники из Северской школы номер 43 завоевали серебро. А победила команда «Перекресток» из школы номер 51 поселка Черноморского. Самых целеустремленных участников отметили в личных номинациях. Ребятам вручили грамоты и ценные призы.